С наступившей жарой каждый борется по-своему. Одним из самых популярных мест отдыха становятся реки и пруды. Но находиться на этих объектах достаточно опасно для здоровья и жизни. Из-за неосторожности ежегодно в прудах и реках гибнет немало людей. Главные причины трагедии – нарушение правил безопасности. Купание в нетрезвом виде, купание детей без присмотра взрослых, неумение плавать. Уважаемые жители и гости Северского района, на территории муниципального образования Северский район отсутствуют места отдыха у воды. Органами местного самоуправления проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений знаков «Купание запрещено». В случае выявления таких нарушений привлекается к административной ответственности. Штраф от 1000 до 3000. Берегите себя и своих близких. Для недопущения травматизма и гибели людей на водоемах установлены специальные запрещающие таблички. Но главные меры, позволяющие избежать трагедии на воде, это внимательность и осторожность.